Молодым и талантливым все пути открыты, тем более журналистам. На фестивале «Студенческая весна» свой потенциал смогут реализовать не только профессиональные мастера пера, но и любители. Об этом сообщили пресс- и медиа-центрам всех вузов и СУЗов Уссурийска на презентации краевого конкурса. Это все СУЗы и вузы Приморского края. Мы принимаем работы исключительно от студентов. Это не важно, студенты-профильники, то есть журналисты или просто студенты, которые этим занимаются как хобби. И любой студент СУЗа или вуза Приморского края может подать заявку на участие. «Студвесна» – традиционное событие. В программе концерты, олимпиады, конкурсы. Ранее направление журналистика не слишком пользовалось популярностью. Тогда организаторы решили сделать этот этап более привлекательным, вовлечь студентов из разных городов, провести с ними мастер-классы. Участникам озвучили 5 номинаций – видеорепортаж, радиопередача, публикация, фотоистория и видеоблог. Студенты медколледжа всерьез решили поучаствовать. У нас есть достаточно большое количество материала, в том числе опросы, события в колледже, факты. В общем, весь материал, который мы предоставим, он, естественно, будет полон и раскрытым. В самом колледже отношение к пресс-центру особо трепетное. Тут девушки работают над местной газетой. Свое СМИ тут появилось в сентябре 2018-го. Теперь печатные издания пользуются популярностью не только у студентов, но и у преподавателей. Поскольку у нас медицинское учреждение, то специфика, конечно же, нашей газеты особенная. Поэтому мы, кроме того, что у нас общественная деятельность, конечно же, мы говорим и о профессиональной деятельности. Поэтому у нас есть медицинские рубрики, такие как профилактика, медицинские факты, медицинский календарь. Кроме того, интервью, в котором участвуют преподаватели колледжа. Конечно, газета отнимает немало времени. Найти информацию, обработать ее, разделить по рубрикам – дело нелегкое. Но получению реальной профессии это не мешает. Хотя совмещать сложно. Все-таки с будущих медиков и спрос немалый. Но порой именно газета помогает узнать что-то важное и новое. Определенно помогает. Когда ищешь материалы какие-то, уже знаешь, как симптомы какого-то заболевания, которое, например, мы еще не изучали, знаешь симптомы и больше узнаешь. Тема студенческого конкурса журналистов в этом году – «Меняющий мир». В любом из форматов нужно рассказать о реальном человеке, который меняет мир вокруг себя к лучшему. Главное, чтобы автор лично знал своего героя. Пресс-центр медколледжа уже основательно взялся за работу. А желают девчонкам удачи. Елена Карпенко, Антон Войцеховский, Телемикс.